Анастасия Долгин, учащийся 10 класса санаторной школы города Железногорска. Я всех приветствую сегодня. Последний тур собрал нас здесь. Мне показать свои таланты — такая выпала вот честь. Здесь все участники важны. Мы все талантами полны. Полны идей, полны забот. Ведь жизнь у всех идет вперед. У каждого мечта своя. Друзья, учеба и семья. Культура, спорт, другие страны. Кому-то небо, океаны. Не буду далеко уходить. Свой мир хочу я вам открыть. Помогут мне карандаши изобразить лицо души. И в строки сложатся слова, чтобы написать вам стих, чтобы показать, какая я. И мысли ход моих. И музыка со мной всю жизнь, не покидая ни на час, способна мысли растворить. В мечты она уносит нас. И вот еще один талант. Ну что тут говорить? Его сама я создала. Сегодня вам его судить. We'll be right back.
Аплодисменты!